посмотрим, как оно будет в Краснодаре. Ну что ж, продемонстрируйте двойной бицепс спереди. Спасибо широчайшим. Мне кажется, здорово. Спасибо. Грудь бицепс сбоку. Спиной к суде, двойной бицепс сзади. Спасибо. Широчайшие сзади. Спасибо. Трицепс сбоку с любой руки. Трицепс сбоку. Спасибо. Мышцы пресса и бедра. Спасибо, господа. Я прошу сделать музыку погромче. Минута свободного позирования. Судьи, прошу сдать протоколы. Я прошу судьи сдать протоколы. Обращаюсь к Людмиле Никитиной, пожалуйста. Помогите нам еще раз. После того, как мы наградим участников, в этой категории будет 40-минутный антракт. Время сейчас 4 часа. Соответственно, без 25 мы начнем вторую часть соревнований. Но до этого мы вручим кубок. И сейчас мы узнаем, кто станет его счастливым обладателем. Я прошу ненадолго ребят пройти за кулисы, отдышаться. Сейчас мы вас пригласим и узнаем, кто же станет абсолютным чемпионом. Я прошу Олега Степанюка не уходить далеко, поучаствовать в награждении абсолютным чемпионом. Тот, кто больше хочет получить приз, он первый побежал на сцену. Сумма баллов 12 против 18. Сегодня праздник на улице Котлубаева Павла, номер 44, абсолютный чемпион. Прошу на сцену. Призы от магазина 5 ЛБ. Статуя, медаль, диплом и уважение соперников, что, наверное, самое важное в нашем виде спорта. Увесистая штука. Ну, прошу еще постоять на сцене. Надо вот за пакет вперед выйти, не стесняясь, потому что, да, он немножко режет голень. Аплодисменты чемпиону, очень внушительный габарит у нашего юниора, как в лучшие времена. Ну что ж, еще раз скажу, через 40 минут мы продолжим категорию, продолжим соревнования. Всех вас ждем.